Здравствуйте, видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 556. Ребро одного куба равно 10 см, а другого 5 см. Дан рисунок. Найти отношение. Первое. Ребра малого куба к ребру большого куба. Ребро малого куба 5 см, ребро большого куба 10 см. То есть отношение числа 5 к числу 10. А это равно, можно упростить это отношение, отношение числа 1 к числу 2. А это равно 0,5. Второй вопрос. Найдите отношение площади грани малого куба к площади грани большого куба. Чтобы найти это отношение, надо сначала найти площадь грани малого куба. Гранью малого куба является квадрат. Чтобы найти площадь квадрата, надо длину умножить на ширину. И длина и ширина квадрата по 5 сантиметров. 5 умножить на 5 будет 25 сантиметров квадратных. Аналогично найдем площадь грани большого куба. Это будет равно 10 умножить на 10. Будет равно 100 сантиметров квадратных. А теперь найдем отношение числа 25 к числу 100. 25 относится к 100. Можно упростить это отношение, разделить каждый член отношения на 25. Получим отношение 1 к 4, а это равно 0,25. И третье задание. Объема малого куба к объему большого куба. И тоже найдем сначала объем малого куба. Чтобы найти объем, надо длину умножить на ширину, умножить на высоту. И длина, и ширина, и высота малого куба равно по 5 сантиметров. 5 умножить на 5 умножить на 5 равно 125 сантиметров кубических. Найдем объем большого куба. Для этого надо умножить его измерение. То есть 10 умножить на 10 умножить на 10, а это равно 1000 сантиметров квадратных. А теперь найдем отношение объема малого куба к объему большого куба. То есть отношение числа 125 к числу 1000. Отношение тоже можно упростить, разделив на 125 каждый член отношения. Это равно отношению 1 к 8. И это равно 0,125. Мы видим, что равных отношений нету. У нас не получились одинаковые ответы. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте свои комментарии.